Так, в итоге, как работают бистколлеры, мне прям очень нравится. Брушваги норм в целом. Tail slap. Ага. Там рэмпа против нас. Опять аналист. Прям сейчас у него пострелушек. А, не, вот он может сейчас успеть пострелушки делать. Вот это вот сейчас будет отличный вариант. И сделать это на следующий ход. У него там две маны этих открыты, он может в нас начать стрелять, так мы еще больше жетонов получим. Ну, тут не прокатило, окей. Бывает. Могло прокатить, могли два урона донести. Какой-то стук где-то был. Нисса. Шигеки же он не эльф. Она найдет только себя или анализатора. Thank you.
Доппельгангер у него там, да? Негодяйский. Маны не хватает. Ну, а сейчас мы ее поподнимаем. Кажется, он сейчас закомбится. Сейчас анализатора прожертвует. Ну, это много аналистов. Теперь можно сидеть закуривать, пока он тут все раскомбит. Я пока тут в чате поотвечаю в телеге. Что там, все еще? Еще не закомбился? Сколько там жизни? 26. Ну, жить можно, кстати. А, ну ему хватает сейчас за один выстрел нас прибить.
У него 24 маны, это 22 урона. Но если у него есть на руке стрелялка, он выиграл. А сколько мы можем вкачать урон? 4, 5, 10, 15. Мы 18 урона умеем выдавать. То есть мы можем 18 урона ему качать на следующий ход. Ну то есть нам два хода нужно, чтобы выиграть. Даже не все умерли, отлично. Вообще прикол. На десятку, на 12 по стрелушке может устроить. Он, скорее всего, будет Memory Deluge же играть, да? Чтобы найти нужные карты на следующий ход. А, Доппельгангер на следующий ход будет играть. Так, окей, здесь нам нужно действовать быстро и четко. Жек, ты че раскряхтелся? Ты чего, Котей? Товарищ у меня так вот раскряхтелся. Иди сюда, сладкий. Давай на коленках сидеть. Ну, поехали. Чем мы ему хотим поскидывать? По стрелушке его? Ниссу, может быть. Или аналиста. Тарахтелся как, Джек, ну ты вообще. Ты же спал. Какой тарахтельник тут включился? Ну ты чё меня кусаешь? Чё мы ему хотим убрать? Так, ну, кричи, целую, наверное, больше. Убрать ему всех аналистов. Играть, правда, нечем теперь. Джек, ну как ты растарахтелся? Прям очень сильно. Да?
нас не покраснел у нас. Джек, ты очень сильно хочешь тут на компьютере все понажимать, да? Давай мы куда-нибудь пойдем. Я вот под Tidebinder не хочу вот эту штуку играть. Мы ее поставим, он поконтрит. Вот это Explore X Time и прям капец будет неприятно. Tidebinder ушел, что приятно. Плохо мы с топдека земель поубирали там. И Ill-Timed Explosion не прошел. Так, на следующий ход у нас эта гидра отрастет уже. 12 урона сможем сделать. Даже яда накрутили. Бристли Билл.
Ничего себе, здравствуйте. Кто тут у нас? Такой хороший. Он двоих заблокирует, и мы 9 урона там доносим. Так, окей, 1-1. Один мулиган у оппонента, что приятно. Так, мы тут сможем раз, два. Блин, гидра на третий ход не прокачает руки. Может быть, мы хотим два, три. Сейчас посмотрим. Может, на третий ход спелюнкера хотим профильтровать топ-дек. Типа он аналиста ставит на второй ход, и спелюнкер ничего не делает. Остроглазый новичок. Ничего себе, вообще там ничего не будет, да? Зачистка.
мы нормально расставились. Где наш Stonebrain? Убирать ему с руки какую-нибудь дрянь. На следующий ход с гидрой мы можем 14 урона сделать. Или стоп, сколько? Еще раз. 12, 12, 14. 15 урона на следующий ход можем сделать. С гидрозавром нашим. Ну а там где-нибудь Мирексом доползти. Майком докусать. Аналист. Отлично. На следующий ход он начнет как-то комбиться уже, но не сегодня. Я думаю, надо с гидры заходить и все. Ничего себе, Кадаму решил заблокать, сдать аналиста. Скорее всего, у него есть нетапленная земля и еще один аналист на руке. Типа, ну почему тогда спелюнкера не заблокать? Так он не теряет аналиста и получает всего лишь на один урон больше. Время его там уже начинает поджимать. Он попробует сейчас зачистить стол, но гидру-то он не прибьет. Самое сильное, что он может сбросить, это 6 маны. А, ну он бонипала может еще скидывать. У него же не стандартная там сборка. То есть вот эту штуку он может скидывать и на семерку урон отдавать. Ну да, весь стол он может почистить. Бонипала какого-нибудь скинуть. Что не очень дорогое, жутко. Кроме бонипала и черепахи. Ну, он вон и бонипал пошел. Сейчас поднять бы еще одну гидру. Клир каттер.
мерзавец какой, а? Вернул Бонни Пала. Поехали гидру искать. У нас еще две гидры где-то там в колоде. Я хочу гидру найти. С хостом, чтобы прямо сейчас его ушатать, потому что Бонни Пал выйдет и мало вообще никому не покажется. Хотя можно было, кстати, Тайвор Стэнд с топдека не убирать, да, я вот не подумал. Надо было оставлять Тайвор Стэнд на топдеке, мы его ушатывали тогда. Мы бежим всеми в атаку и прокачиваем того, кого он не заблокает. Да, это ошибка была. Я сосредоточился на одном решении, что гидра. О, мы нашли гидру. Да, на этом будем заканчивать. Спасибо, товарищи, всем, кто смотрел. Я пойду отсыпаться. Завтра все-таки еще рабочий день. Товарищ Гаврикс, да, тебе тоже спасибо, что был на стриме. А то, когда стримишь и никого нету, ну типа и нафига все это было. Вот, ну вон у нас самые болтливые люди разошлись, вроде Наты Мобды и Tap to Blue, я сразу лучше начал играть без отвлечений. Ну прям заметно, что там, когда была куча народу на стриме, я много болтал, прям такой результативность упала. Я там, ну, технических косяков я прям кучу вообще допускаю. А сейчас так потише стало в чате, там не отвлекаюсь, и вон так, сколько мы там, вон, две подряд или даже три подряд нормально отдали.